Бизнес, экономика, история, культура. Через призму более 15 лет жизни в Поднебесной. Китай с Евгением Колесовым. Всем привет, меня зовут Евгений Колесов, и сегодня у нас мотивирующий сюжет из Китая. В прошлом году китайцы проводили первый конкурс каллиграфии. Самым юным участником был 6-летний Гордей Колесов, мой сын. Получил приз зрительских симпатий. Подарки от китайской стороны, от секретаря ШОСТ Дмитрия Мезенцева и пожелание удачи. В этом году он принимает участие во втором конкурсе каллиграфии. У него профессиональный учитель-каллиграф. Более того, за это время сам Гордей стал учителем. Кого он учит, как он занимается, как готовится к конкурсу, сегодня в нашем сюжете. Смотрим. Мне недавно исполнилось 7 лет. Я продолжаю учить китайский язык и в этом году снова отправлю свои работы на конкурс каллиграфии. Хороший учитель по каллиграфии. Давайте попросим его написать несколько иероглифов. Здесь написано: я своему ученику, русскому другу,
Желаю победы. Мы с учителем занимаемся каждый день. Сегодня урок закончился. Мы с учителем попрощаемся. Сесера, уже Татьяна. Когда учитель уходит, я еще занимаюсь сам. Смотрите, сколько я уже написал. Я очень много знала про китайские иероглифы. И мне очень нравится китайский язык. И сейчас я вам расскажу. В китайском языке нет алфавита. Каждый предмет или понятие обозначается знаком, иероглифом или несколькими иероглифами. Современная иероглифика появилась из рисуночного письма, из пиктографии. Сегодня в китайском языке существует около 500 иероглифов. Шучу, шучу, не нервничайте. Около 80 тысяч. Реально в текстах используется чуть больше 10 тысяч иероглифов. А чтобы читать тексты Конфуция, нужно знать всего 7 тысяч. Китайские иероглифы писать очень трудно. Каждый из них состоит из нескольких черт. Самые распространенные, их около 2000, имеют в себе от 7 до 11 черт. Чтобы учить иероглифы, нужна натренированная память. Меня часто в интервью спрашивают, как ты столько знаешь? Я им отвечаю. У меня натренированная память. Изучение китайских иероглифов – это очень хорошая тренировка для памяти. В Китае учителя оценивают по его ученикам. Сегодня я вас познакомлю со своими учениками. Е мэй лан, е ли лан, го лай. Е лао ши, ни хао. Е лао ши, ни хао. Е мэй лан, шуэ шэн, ни хао. Е ли лан, шуэ шэн, ни хао. 叶丽兰学生，你坐在这里，你站在这里，叶丽兰学生。这是我写的，你看，这是我写的。哦。那китайском уроке только можно говорить на китайском, не на испанском, не на русском, не на французском, не на английском, только на китайском. Ясно? А тебе? Да. Это же сей сей да. Это я. 你写的这么漂亮吗？对啊，那就好，比以前都漂亮。但是为什么我不知道一个人叶美？这不是我的学生，我的学生是叶美兰，我没有学生叶美。这里没有一个兰字啊！不要这么长，短一点。嗯，这个也不是很漂亮啊，这个还可以。你看这个撇这么胖，不是很漂亮的。但是叶美美为什么？为什么两个美？我的学生是叶美兰，我没有叶美美。我下次努力一点。对，你要注意一点。Вот так я проверяю домашние работы. 这个你写的还不错。卡字。秋字，这个是什么点？我不懂，不是很漂亮。但是这个沙这里要加一点，和这里要长一点。你写的很短，你名字还可以。哎，但是为什么这里这么大呀？这个为什么这么大？我不知道。你下一期要注意一点。这个秋也是这么大呀，为什么？我不知道。下一期也要注意一点，不要给我说很多不知道不知道不知道不知道，你要知道你做的东西。名字也不是很漂亮啊，这个你写的不漂亮。叶丽兰，你喜不喜欢你的老师？喜欢。但是为什么写的这么丑啊？是我教你错了，还是你不喜欢我，还是什么？我喜欢你。那就下一次要注意一点。Агата мой младший ученик, поэтому я с ней не так строг. Агата еще маленькая и только исполнилось 4 годика. В этом году приз зрительских симпатий, наверное, выиграет Агата. Она маленькая, но пишет очень красиво. Сейчас я проверил работы. Мы сейчас попробуем написать. Шу. Хэн. Цэ.
和点和则. Наши уроки. Сейчас мы хотим исполнить песню Катюши на китайском языке. Раз, два, три. Чэн дэн лі хуа кай бян ляо тянь я, хэ шэнг пяо чэ róng mò de jīng shàng. Катюша чэн зе юн чяо de ān shàng, гэ шэнг хао xiang míng mèn chūn guāng. Катюша чэн зе юн чяо de ān shàng. Ели人, ты唱的不是所有的歌, ты只唱了一点点, ты要更认真唱这个歌, 懂了? 懂。Ели人, ты很棒, ты唱了所有的歌。下课了。Вот такой мотивирующий сюжет мы вам хотели показать сегодня. Учите иностранные языки, развивайтесь, дорогие друзья. Смотрите нас на YouTube, ВКонтакте, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем оптимизма. Пока!